Я у Веры тогда хочу, раз уже тему еды у нас затронута, спросить, тебе мама что не готовит из еды? Или тебя бабушка готовит? Бабушка и мама тоже. На что мама готовит? Мама может приготовить вкусные макарончики. Пасту. Еще омлетик. Да? Я на самом деле прям увлекаюсь. Вы такой вопрос затронули. Я очень много собираю книжек и делаю разных таких вкусных блюд дома. И ну, кто-то мне верит, кто-то не верит, но вот те, кто люди, которые бывают у меня дома, и родители, мама очень любит выкладывать в соцсети. Иногда там. Мама выкладывает в соцсети. Да. У мамы есть Facebook? Да. Да? Да. А у вас? И у меня есть Facebook. А Вера у тебя? Она периодически мелькает в наших фейсбуках. Еще очень рано, я считаю. Так. Хорошо. Вот. Последнее, что я приготовила для там, дома, просто для семейного ужина, так бывает, что даже не приурочивая какому-то празднику, это была запеченная баранья нога с айвой. Ага. И двумя соусами, мятным и томатным. Вот, вот это вот, в общем, у меня рецептов очень много всяких. Она любит это готовить на Рождество особенно. На Рождество делала, да. На Рождество, наверное, что-то рождественское, нет? Кто-то делает гуся, кто-то делает индейку, а вот я делала баранью ногу. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».